Богата Русь людьми святыми, что неустанно молятся за нас. О благодатном старце Серафиме послушайте, ребята, мой рассказ. Жил в Курске мальчик Прохор. Строил храмы, его отец и сын был рядом с ним. Раз колокольня на глазах у мамы упала, но остался невредим. Другое чудо. Прохору больному явилась Божья Матерь как-то раз. И, приложившись к образу святому, ребенок исцелился в тот же час. Мать сына в благочестии растила. Когда он покидал родимый кров, Агафия его перекрестила, и Прохор в монастырь ушел, в Саров. Молитвой, воздержанием, терпением спасался он, но тяжко занемог. Лежал 3 года. Вдруг с благословением Пречистая ступила на порог. Вот дева у его постели встала, апостолов за нею видит он. «Сей рода нашего», — она сказала. И Прохор был чудесно исцелен. И огненный дано при пострижении монаху имя, то есть Серафиму, за пламенную веру и служение. И ангелы молились вместе с ним. Во время службы, стоя на амвоне, вовеки юный дьякон произнес, и он узрел. В сияющем хитоне к нему идет по воздуху Христос. Молящихся Господь благословляет, и ангелы небесные вокруг, и сердце, словно воск горячий, тает, и Серафим застыл на месте вдруг. Очнувшись, он поведал о видении, но замолчал и стал в глуши лесной, в пустынной келье жить в уединении и радоваться пище неземной. В трудах, молитвах, в чтении псалтири и Библии он время проводил. Пустыннику медведи приходили, и батюшка ласкал их и кормил. Он победил гнуснейший род бесовский, молясь на камне 1000 ночей. И мир не знал, о праведник саровский, ума смиренней, сердца горячей. Всегда в лаптях и стареньком кафтане, икона в келье, больше ничего. Но обокрасть, решив его, крестьяне напали и изранили всего. Монах злодеям не сопротивлялся, хоть был силен, в руках топор держал. Сбежали воры. Он чуть жив остался и в тяжких муках 8 дней лежал. Вновь исцелила Пресвятая Дева. Грабителей поймали, привели. Но батюшка им все простил, без гнева. И грешники, покаявшись, ушли. Хоть он с тех пор был сгорблен, покалечен, но всех на свете пламенно любя, саровский старец говорил при встрече: «Христос воскресе, радости моя!» Прозрением, утешением и советом он всем служил, болящих исцелял. И чудо совершалось с ним при этом – в молитве над землей он воспарял. И женскую в Дивееве обитель, 4-й Богородицы удел, устраивал саровский попечитель, всечасно о насельницах родил. Раз случай был, с дивеевской сестрою молился преподобный Серафим. В сиянии со свитою святою Пречистая явилась перед ним. За ней стоят 12 дев с венцами, и Божья Матерь тихо говорит:
Ты скоро, мой любимче, будешь с нами. Подумал старец, скоро догорит моя свеча, и про свою кончину откроется пожаром, предсказал. И отошла душа к отцу и сыну. Он на коленях недвижим стоял, и тихий свет был от святого лика, и все узнали, праведник почил. И в храме так воронежский владыка собравшимся у гроба говорил: «Мы с вами все копеечные свечи. Свеча его святого жития пудовая. Услышим вновь при встрече: Христос воскресе, радости моя!» Заступник людям, батюшка и ныне. Огонь его молитвы не угас. О Господи Иисусе, Божий Сыне, спаси, Христос, помилуй грешных нас.